Тренировочный прогон автомобиля оперативного назначения – это своеобразный мониторинг того, как брестские водители предоставляют преимущество движения автомобиля экстренной помощи с включенными маячками синего цвета и специальной звуковой сигнализацией. Ведь нельзя забывать о том, что зачастую от оперативного прибытия МЧС, скорой или газовой службы зависит сохранение человеческой жизни. Каждый водитель должен понимать, что прибытие экстренных служб, таких как скорая помощь, аварийная, газовая служба, МЧС, они стоят жизни людей. Но не всегда это люди понимают, когда машина выезжает с включенными проблесковыми маячками, световыми, звуковыми, выезжает по дорогам общего назначения по городу, и водители не всегда это понимают и не всегда пропускают. И для этого у нас сегодня будет такой сделан пробег совместно с ГАИ, чтобы водители обратили внимание на то, что нужно пропускать экстренные службы, машины экстренного назначения. Таких срочных может быть и 20 вызовов. Это все зависит от того характера извещения и поступления аварийного. Допустим, такие срочные, как запах газа на территории, запах газа в подъезде, запах газа в квартире, пожары, люди набирают 104, и наш автомобиль экстренной аварийной газовой службы выезжает в течение 5 минут, с базы должен выехать на данную ситуацию, на данную аварию. Прогон автомобиля оперативного назначения Брестгаза прошел по главным транспортным артериям города над Бугом. Улица Московская, 28 июля, Варшавскому шоссе, проспекту Республики, Партизанскому проспекту. Брестские водители показывали себя хорошо. Услышав звуковой сигнал, старались тут же уступить дорогу. Затем, как автолюбители предоставляли преимущество на дороге, наблюдали сотрудники госавтоинспекции. Их задача не наказывать, а напомнить водителям о том, насколько важно экстренным службам не терять драгоценные секунды в дороге. Прогон был тренировочный, и его цель не наказать, а дисциплинировать водителей в части обязательного предоставления преимущества в движении автомобилем оперативного назначения с включенными маячками. Ведь от их своевременного прибытия на место вызова зависят человеческие жизни. За непредоставление преимущества в движении автомобилем оперативного назначения предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления до 1 года. Сирина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.